Сельхозпредприятия республики готовятся к паводку. В Амгинском, Алекминском, Кабяйском, Намском, Усть-Алданском, Чурапчинском и Верхоянском районах работают представители Министерства труда. Они проводят обследование пунктов временного содержания скота и лошадей на наличие кормов и ремонта изгородей. Также специалисты проводят для местных сельхозпредприятий тренировки по сгону скота и лошадей до этих пунктов. Сегодня такие учения прошли в селе Тюхтюр Ангаласского района. Так, в целом, если подвести итоги, в целом основные вот хозяйства, которые попадающие на территорию затопления, подтопления, обучены, можно сказать, готовы. Вот 20 апреля мы должны все это мероприятие закончить на территории города Якутска.